Всем здрасте, я Нубастер, и знаете, куда я залетел? Вы узнаете эту игру? Это же Adopt Me! Особенно девочки сразу узнают эту игру. Не знаю, насколько мальчики играют в Adopt Me, но девочки сразу поймут, где я. Просто даже по обоям моей комнаты, ребят, это очень прикольно. Я не понимаю, почему у меня в доме нету стены, и почему я вешу немножечко в воздухе, а это означает одно, потому что я играю в VR в Adopt Me. Вы привыкли играть на своих смартфонах, на компах, а я играю в VR, ребята, это очень классно, я все вижу в 3D. Сейчас я немножечко разберусь с управлением, я хочу разглядеть все поближе, свою вот эту немножечко очень бедную квартиру, которую я еще и вообще никак не обустраивал. Как я купил этот дом, все у меня так и есть. У меня есть тут как зачем-то какой-то рюкзак, лампочка дешевая и кровать, на которой я никогда не спал. Потом у меня детская кровать. Зачем она мне? Ой-ой, что это со мной? Почему я хожу по стенам? Я не могу понять. Так. Отлично, мне надо выбраться из моего дома. Я хочу быстрее на свежий воздух. Так, это, я так понимаю, меня ждет осень в Adopt Me. Так как я помню, там какое-то выходило обновление. А, точно, я же еще зашел в день, когда было обновление Хэллоуин. Так, мне нужно на какую-то главную улицу. Где здесь выход? Обалдеть, ребят. Так, сначала нужно кнопку сделать, чтобы я видел все от первого лица. Вот, все, классно. Так, это меню, я так понимаю, мне будет мешать смотреть, но в VR, в принципе, все прикольно. Так, мне нужно какого-нибудь пэта. Давайте посмотрим, как выглядит пэт. Мы попробуем его разглядеть. Вот, допустим, папкин. Прикольно выглядит. Так, давайте. Так, это, кстати, мне обезьяну кто-то подарил. Вы видели, какое у моей обезьяны имя? Тот чувак, который мне подарил, я так и не успел узнать, кто это. Но имя, скажем, такое очень странное. И... Так, где она? Вот она, смотрите. Сейчас мы посмотрим на нее поближе. В принципе, как в VR, выглядит она очень классно. Но, не знаю, видите ли вы это на экране ваших мониторов или телефонов? Я, наверное, не знаю. Да, давайте попробуем найти главную улицу. Вообще, мне нужно отсюда выйти. Я не могу наглядеться, потому что здесь все так красиво выглядит, ребята. Не совсем не так, как в ваших вот этих телефонах и на мониторах. Это просто невероятно. Я, кстати, благодаря VR почему-то могу проходить все насквозь. Так, я не могу туда прыгнуть. Так, мне нужно убрать пэта. Как убрать пэта? Так, ладно, давайте. Вот я вижу выход. Вот он выход. Да, кстати, как же мне убрать пэта? Ладно, давайте будем пока что ходить с пэтами, а я попробую разглядеть все, что здесь есть. Вот, кстати, выход. Главное, чтобы ничего не зависло. Так, все. Мы, по-моему, зашли. Так, получается вообще? Что такое? Мы где? Ребят, мы зависли, походу, в воздухе, застряли, и, походу... А, нет, все, с VR мы сможем пройти. Так, все, отлично. Вау, мы находимся в городе Adopt Me, и я в VR, наверное, здесь буду один, ребята. Не то, что на сервере, а вот сколько играет чуваков, наверное, сейчас... Так, мне Алекс говорит, что играет миллион чуваков в Adopt Me, это означает, что... Я не знаю, сколько из этих чуваков будет играть в VR. Наверное, всего лишь чуваков 5. Как здесь все круто выглядит. Нифига себе, какое... Это что было сейчас? Луна красная? Почему она была красного цвета, а не белого? Может, потому что я в VR, и я вижу все, что не видят другие чуваки? Так, как же я давно не был в Adopt Me, ребята? Очень давно. Здесь все поменялось. Здесь куда-то пропали все люди. Так, нам нужно понять, куда же все люди пропали. Я думаю, что вышло какое-то обновление, и они где-то все тусят. Так. Надеюсь, я иду правильной дорогой, точно. Сейчас же идет Хэллоуин. Значит, здесь... Вот они, да, здесь какое-то кладбище, какие-то кресты. Ребята, здесь вообще какая-то жесть происходит, очень страшно это все наблюдать в VR. Я попробую выпить немножко лимонада. Но нет, мне нужно потратить $1, а я очень-очень долго копил эти 170 баксов, поэтому я не могу их потратить
Как же все выглядят? Очень. Тут такая каша, ребята, что я даже не могу прочитать ни один ник. Не могу понять, кто вообще здесь кто. У каждого очень странный скин. Это что такое? Ребят, в VR это очень странно выглядит. Я не знаю на экране, как, но в VR очень странные скины. Да, здесь находится какая злая девочка. Зубы у нее просто жесть. Ребят, это все в VR очень странно наблюдается и очень страшно. Да. Ну, эта девочка меня не сильно пугает. Меня пугают, конечно, девочки, которые выглядят очень ужасно, но как хорошо, что меня, в принципе, никто не замечает и на меня никто не прыгает, потому что я бы, наверное, сошел с ума, если бы я это увидел в VR. Смотрите, здесь все наклоняется, все смотрится очень классно. Очень классно. Это будет первое видео про Adopt Me в VR. Такого я еще не делал на своем канале. Но не знаю, насколько будет интересно это смотреть, потому что здесь полная каша, ребята. Я не могу выбраться из этого... из этой толпы. Все, вроде бы я вот отошел. Я хочу посмотреть, как выглядят здесь девочки. Очень-очень близко хочу посмотреть на них, потому что... в некоторых играх скины стандартные, а вот здесь вот... можно сделать любой себе, получается, модельку. Ведь в Adopt Me это все как бы бесплатно, ну кроме лиц, конечно. То мы можем посмотреть, здесь чуваки делали, старались себе. Вот смотрите, допустим, вот такой вот скин, да? Не просто же сделать, наверное, в Роблоксе. Здесь какие-то коты, кошки, люди, девочки. Здесь просто, потому что все, что в Adopt Me делается, можно себе сделать бесплатно, ну кроме покупки там каких-то вещей. Поэтому мне интересно посмотреть, как выглядят здесь игроки, особенно как выглядят пэты, потому что пэтов у меня особо нету. Я, конечно, мог попросить у одной девочки себе пэтов всяких редких, но я не стал делать, просто зашел со своего аккаунта, чтобы мои подписчики могли ко мне подключиться. Так, почему-то я не могу ничего здесь нажать. Так, как это убрать? Я так понимаю, у меня было одно меню, так у меня еще будет второе меню. Это вот это. Так, ладно, двигаемся дальше. Давайте попробуем искупаться. Искупаться. Наверное, если бы я бы чувствовал все, вода бы была бы здесь холодной. Но, в принципе, прикольно, конечно. Прикольно все выглядит. Ну давайте будем заканчивать, это был Adopt Me, и это уже третье видео на сегодня. Всем пока, с вами был Нубастер, не забудьте подписаться на мой канал и добавляйтесь ко мне, пожалуйста, в DS, чтобы мне написать, а я вам ответил. Все, всем пока.